Ну вот самодельный автономный холодильник. Собранный из экструдированного пенопласта, толщина которого будет где-то миллиметров 30 и обклеен вот таким вот материалом теплоотражающим. По краям, по контуру, по периметру, везде проклеено дополнительно алюминиевым скотчем. Холодильник уже использовался один раз всего лишь. На природу ездили на 4 дня. Хватило с лихвой холода. Поэтому вещица очень хорошая. Вот такая крышка. Вот такой вот толщины. Также обклеена вот этим материалом отражающим, для того чтобы холод не уходил. Тут дополнительно утолщение сделано, ну и крышка будет лучше держаться, но по-другому и не стоит делать. Вместимость холодильника на глаз около 30 литров. Что вместилось? 5 килограмм мяса, большая курица, сосиски, ну еще можно было пару пачек пельменей забросить. Некоторую часть полезного объема заняты хладагентами. Здесь внутри также все проклеено скотчем. Ящичек легенький получился. Детали склеивались жидкими гвоздями. Половинки скреплялись для того, чтобы удержать клей саморезами, они-то там внутри остались. Достаточно крепкие. Ну, если его по земле не волочить, не царапать, то верхняя часть теплоотражающего материала она не будет повреждена. А в принципе можно чем-то еще ее немножко защитить. Но поскольку это исключительно переносилось из квартиры до автомобиля на руках и на природе ставилось в то место, где этот ящик никому не мешает, но вот он, целостность обеспечена. Хладагенты использовались такого рода. Вниз я клал в 3, не именно таких, полуторалитровых бутылки, заполненные подсоленной водой слегка. Они умещались здесь на дне, и сверху уже укладывались продукты. А сверху можно было и полторашками, но решил попробовать аккумуляторы холода китайские. Приходят сухой субстанцией внутри, заполняется водой, и какая-то получается смесь, которая замораживается и долго не тает. Сейчас покажу. Вот такие аккумуляторы холода. У меня их 10 штук. Вот и то это с лихвой, их много. Можно их вниз положить. Полностью заполнив дно. Сверху также продукты и дополнительно к аккумуляторам холода вот, 3 полторашки бутылки. В общем, по окончанию нашего отдыха на природе, мы находились там 4 дня, вот,
слегка, лишь всего лишь слегка подтаяла вода в бутылках. Покупали мясо парное. Не замороженное, естественно. И вот когда уложили туда, вовнутрь, вместе с ладагентами, оно за сутки просто у нас замерзло напрочь. Просто замерзло. Удивительно, конечно, было. Вот этот холодильник стоял, ну, не на прямых лучах солнца, там, под столом, но на улице было плюс 30. И казалось, что, ну, вряд ли этот холодильник справится с такой задачей. Ну, как ни странно, если бы мы находились еще дольше на природе, то, думаю, с продуктами ничего бы не случилось. Поэтому размеры можно делать разные. Можно сделать ящик с ручками. Я сделал такой. Вот он плотно закрывается. Вот так вот держится. Ну, естественно, стоимость такого холодильника, она, ну, я бы сказал, вообще копеечная. Там ушло 1,5 литра экструдированного пенопласта, тридцатки, и жидкие гвозди. Ну, маленькая бутылочка, и там осталось еще клея очень много. Еще можно таких холодильников штуки 3 склеить. Поэтому кто желает, может себе сделать такую вот вещицу. Полезная штуковина. Проверена лично. Для рыбаков, конечно, этот ящичек слишком-слишком маленький. Это так, если поймать несколько рыбешек, чтобы они до утра там или на сутки сохранились, а потом их закоптить или съесть, то можно для этого использовать. А для больших объемов на наловленной рыбы, конечно, там другие нужны холодильники. Они есть тоже на видео у других конструкторов холодильников. Поэтому там и размеры гораздо больше, и мощнее они. А принцип действия один и тот же. Поэтому в магазинах, где продаются специальное оборудование, термобоксы, термокейсы, как они называются, там они стоят гораздо больше. А это было склеено моментально все. Как говорится, все на коленке, на глазок. Размеры только отрезаны, одинаковые все, собрано, склеено. Все это высохло. Пожалуйста, можно пользоваться. Ну вот хладагенты, там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно пользоваться исключительно такими хладагентами. Я попробовал вперемешку и хладагенты китайского производства, и хладагенты собственноручного приготовления. Ничего сложного нету. Единственное, что объем у них, конечно, большой, и полезное пространство холодильника уменьшается при этом. А делается просто 1,5-литровая бутылка. Можно меньше, можно 0,5 взять, можно литровую. Слегка соленая вода. Слегка чуть-чуть замораживается предварительно в холодильнике. Равно как и вот эти вот китайские хладагенты. Ну вот я использую. Либо 3 их вниз ложишь, полторашки, сверху вот эти вот. Либо вначале эти вниз, а сверху бутылки. Можно только этими пользоваться или вообще полторашками. Так в виде эксперимента попробовал. И то хорошо работает. Долго не тает. Поэтому вот такой вот холодильник.
Я очень доволен. Пробуйте, делайте. Ничего сложного. Копеечная цена, а пользы очень много. Это не только можно на рыбалку брать, а вообще за грибами ехать, за ягодами, там на несколько дней какую-то провизию положить. Ну и в общем, использование, спектр использования в разных локациях нашей необъятной родины очень велик, поэтому кто во что гораст. Всем пока.